Начнем по традиции снизу вверх. 15 лет со дня трагедии в Беслане. Этот запрос стал пятым в рейтинге. 1 сентября 2004 года отряд террористов захватил школу номер один в Беслане. В это время там проходила праздничная линейка в честь Дня знаний. В заложниках оказались более 1000 человек. Операция по освобождению началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 дети. Также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. На четвертом месте публикация Роскомнадзора касательно расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год. Экзамены традиционно пройдут в 3 этапа – досрочно, основной и дополнительный, то есть с марта по сентябрь. Во время основного периода расписание составлено так, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее 2 дней. Новинка кинематографа на третьем месте. Американский хоррор-фильм «Оно 2», снятый на основе одноименного романа писателя Стивена Кинга, стал лидером российского проката в первые же выходные показа. Кассовые сборы ленты достигли почти 600 миллионов рублей. Титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на втором месте. Прямую трансляцию состязания посмотрели более 23% от общего числа зрителей по России. Бой состоялся 7 сентября и завершился победой россиянина в третьем раунде. Хабиб применил удушающий прием. И лидером по запросам стали готовые домашние задания. С наступлением нового учебного года пользу и вред подобных пособий активно обсуждают в сети.